Краевой столице почтили память героических защитников блокадного Ленинграда. Красноярцы возложили красные гвоздики к монументу детям войны. Несмотря на мороз, у памятника собралось немало народу. Среди пришедших представители администрации губернатора, ветераны и бывшие блокадники. Сейчас в регионе проживает более 200 блокадников. Большинство из них детьми были эвакуированы по дороге жизни в Сибирь и навсегда остались здесь. Сегодня 77 лет со дня полного освобождения Ленинграда. В честь этой даты общественная организация «Блокадник» передали поздравления от главы региона Александра Уса и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Сами бывшие блокадники рассказывают, несмотря на то, что были маленькими, отчетливо помнят то страшное время. В декабре нас эвакуировали оттуда, переехала в Залесский, в детский дом. Отец на фронте, мать умерла, у меня было мне 11 месяцев. Мы были маленькие, но боялись страшно бомбежки, под кровати прятались. Как у меня сестра старше меня, она говорит, ты такая цепучая была, все за подол цепляется, и я никак не могла в детдоме даже отдельно спать. Я все время с ней только. Мама рассказывала, они ходили по квартирам, когда бомбежки кончались, если родители погибали, что они устраивали детей в детприемники, это в садик или это. Потом, говорит, ночами дежурили на крышах, там стояли, говорит, ящики с песком. И они, когда фугасные бомбы не разрывались или что, они их закапывали.